Пока химчане радуются первым теплым денькам и принимают солнечные ванны, в городе кипит работа. Вовсю идет подготовка к летнему сезону. Первым этапом работ стало рыхление талого снега. В парке Экоберег рабочие с помощью лопат вскапывают его, чтобы он быстрее растаял. После чего скопившийся за зиму мусор соберут в кучи и вывезут. После стаяния снега незамедлительно приступаем к уборке цветного мусора, наведению порядка, кронирование при необходимости зеленых насаждений. Далее все по плану месячника по благоустройству. В рамках проводимых субботников будем наводить полный порядок и делать прогулочные зоны, зоны для отдыха горожан более комфортными, красивыми, чистыми. Сотрудники администрации вместе с представителями комбината по благоустройству ежедневно проводят обход общественных пространств, фиксируют недочеты и передают информацию ответственным за территорию. Весной 2022 года выявлено намного меньше вандальных действий по поломке МАФов, но намного больше граффити по сравнению с прошлым годом. У нас существует мобильная бригада, которая ежедневно объезжает все подведомственные нам территории для быстрого выявления и устранения данных недостатков. Помимо парков и скверов, к лету преобразится и сам городской округ. Приведут в порядок дорожную сеть, фасады зданий, остановочные пункты, детские площадки и другие общественные пространства. Основные работы по благоустройству завершатся 1 мая.